Откуда я взялся? Жизненная правда без чепухи с картинками. Ой, ребят, смотрите, в музее можно такую книжку найти. Понятно, английские авторы. Откуда я взялся? Издана эта книжка в 91 году. Вильнюс, издательство Арба. Самсону, Николсу, Кристофору, Джейн, способным краснеть родителям, где бы они только не жили. Эта книга только о тебе. Короче, ребята, такая пошлятина. И вот так расливали наш еще недобитый в то время Советский Союз. Вот такими они рисунками, вот такими вот штучками. И вот здесь понеслась, как говорится, маленьких детишек делают большие. Представляете, что? Отпечатано, кстати, в Калининграде было. Вот так вот разбирались с нашей страной в 91 году. Ну, конечно, жесть жестокая. Интересно, сейчас такие книги продолжают выпускать или нет. Ну, я не стал вам показывать все рисунки, потому что это, конечно, жесточайше. Отпечатано в типографии издательства «Калининградская правда», город Калининград, улица Маркса, 18. Тираж 100 тысяч экземпляров, цена договорная. Доктор Спок говорит: очень ценю эту книгу за ее гуманизм и порядочность. Одни родители убедятся, что это юмористический стиль, поможет им преодолеть неловкость, а другие, может быть, оскорбятся. Ну, конечно, полный дебилизм. И вот так вот они постепенно превращали нашу страну в колонию. Вот такую чушь детям печатали. Да. Жестоко.